Понятно, что ты с этой машины повыгрызаешь. Что там пару сеток есть? Да-да, если возьмешь тот прицеп, так лучше сетки, потому что сетки там же прикреплены, их не снимешь. Еще пару сеток, и все, я там могу с хвостика добавлять так со склада. Я так ему скажу, у меня такие шарики не нужны. А ты что делает такой? А это, наверное, эти от железной дороги, они там ковыряли. Они там тоже что-то делали, шлагбаума. Это еще их территория получается. Домик-то тоже их не было, страшно. Да, потом их. Они потом избавились от этих ненавидностей, но территория их не, так что то домик точно их территория. Понял? Охранная как-то. Что-то они там провели. Учите там копали, я видела. Шлагбаум менять будут или дорожку ровнее или что? Я тоже думал. Думаю, шлагбаум. Где-то недели две назад мы ехали, видела это. А сколько стоит там парковка, если что? По-моему, не будет на дорого найти. Ну, я там никогда не платил. Около нас. А, ну конечно. Мы там лучше уже не паркуете, потому что копают, правда? Ты машину ставил, но не платил. Не-не-не, не платил. Тоже придираться начали. Ну, потому что им нужно кассу снимать. Они для того, чтобы там это проверять. А ты потом машину и дальше куда-то тягал? Вот туда перепарковал дальше, да и все. Пусть был большой. Сейчас я что-то припоила, блядь. Прикольно. На заправке, скорее всего. На этой заправке, по-моему, это надо бесплатно. Ну, она не успела ничего отойти. Она только тюк-тюк. Тюк-тюк. Разгорелся, а уже тюк. Лобарина твоя. Максимально 60 минут. Вот что цепляет. Тут можно поставить пока. Зачем тебе? Туда прям заедем. Ага, уже и машина начинает что-то выкладывать. Никогда. Они очень долго раскладывают. Блять, продейна. Чья? А то мне не нападло сюда продейну поставить. Уже на всю катушку торговля. Смотри, не приезжали никогда в зиму.